вслед за командой прилетела в Краснодар. На улице города за 2 часа до матча плюс 18. Пока в большей части России весна только вступает в свои права, в Краснодаре уже полным ходом идет лето. России просто живет спортом. В этом городе есть хоккейная команда, выступающая в высшей хоккейной лиге. Также есть мужские и женские клубы по волейболу, баскетболу и гандболу. Но главная гордость Краснодара – это футбол. Буквально через час начнется встреча «Кубань-Рубин». И сидя на одном из этих кресел, Курбан Бердыев будет давать указания команде в матче со столь опасным соперником.